Неаккуратно сработал, стоя на лёжке. Можно было еще позволить себе промахи, так как у нас вторая часть дистанции была два круга по 2,5, можно было что-то отыграть. Ну, в принципе, это и получилось, но стоя я уже рисковал, так как была такая непростая обстановка, как всегда у нас здесь в Ханты-Мансийске, ветер был, и пришлось рисковать, и допустил вот на стойке по одному промаху, и на последнем кругу уже просто не было сил догонять. Хорошо, что соперников сзади не было. Трасса в Ханты-Мансийске непростая у нас, все знают, есть длинный спуск, по кругу работаешь хорошо, согреваешься, как бы тебе тепло, на спуске начинает продувать, и мне кажется, такое чувство, что подзамерзать начинаешь, вот. И на стрельбище то же самое, в принципе, тяжелые условия для стрельбы, но Андрей Павлов у нас сегодня показал гроссмейстерскую стрельбу, это говорит о том, что можно стрелять в любую погоду, неважно, там ветер или снег идет. В каждой гонке есть по медали, это очень хороший результат для меня, я считаю. У нас осталось 2 подготовительные недели, и там уже будут основные старты, на которых, я думаю, нужно показывать максимальный результат, чтобы на следующий год попасть на централизованную подготовку сборной команды.